Всем привет, с вами Озимен. Сегодня новый ролик по перепродажам. Сегодня продаю такую малышечку, которая уже не знаю сколько, месяц, два, полтора, когда я давно уже брал. За 2 100 продаю. Сейчас залезть жишку туда, бочонок свой. И отдам человеку и получу свои денежки, да. Все, пацаны, я погнал продавать драк. Всем приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также после просмотра ролика заходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь на него. Так, парни, ну вот я пришел, продал свой драк S. Парни хорошие оказались, общительные, ну, встретились, что я ему показал, продал. Он залил там жишку, все, вот получил 2000 свои заветные, хорошие. Вот так вот. Доброго вечера. Сегодня иду менять вот такой Aegis Hero 2 на драк S Pro с доплатой человека в 1000 рублей. Человек просто не может продать драк S Pro. Не знаю, почему не везет ему. Так, средняя цена их в нашем городе где-то, наверное, 2000, ну, может, 2500, а он за 1800 не может продать. Я ему говорю, ну, давай, махнемся. И говорю, ну, давай ДП ты мне еще, потому что не можешь продать. Он такой, ну, давай, а сколько? Я говорю, ну, давай 1000. Типа еще на испарик новый, потому что там испарик уже плохо. Он говорит, ну, без разницы, давай. Сейчас вот иду обменялся. Так что ждите. Все покажу попозже. Всем доброго вечера. Сегодня, после того, как купил, кушать буду. Чай еще. Вообще просто бомба. Гречка. Бутербродик. Ну-ка, блин. Бомбезно. Еще. Бомбезно. Как поем, покажу, что я приобрел из нового. Ну вот я покушал. Что у нас из первого? Я свой Aegis Hero 2 обменял на драк S Pro. В принципе, по состоянию очень хороший, также хороший баг попался, как говорили, как я попробую, спари, конечно, не особо хорошего состояния, хотя он сам беленький, прям очень прикольная пушка. Также он мне доплатил 1000 рублей, вот, и у тех же ребят я забрал Санти без бака, конечно, много изогнутый, но ладно, выпрямить можно, рабочий, все нормально, не знаю, ну, купал я у них этот Санти за 300 рублей, продать за 500-700 можно. Также этот можно продать за 2000. Ну, если что, скинуть до 1500, если прям там уже никто не будет брать. Все равно я ухожу в плюсе. Так, всем привет, парни. Прямое включение. С другом сейчас стоим, ждем человека. Буду продавать сегодня Aegis Boost Lem. Там комплект, ну, в ролике он был показан. Вот, а что потом покажу, на что... Обзор на этого молодого человека. Оф, за персик. Ну показывай. О! Так, во что ты играешь там? В какую-то игру? Я, кстати, тоже не играю. В какую-то игру, зато ты в нее играешь, да? Нет, ну а чё, а чё? Пацаны, ну это если что, если кому-то интересно там поиграть со мной на стримах. Rush Royale. А, ну ладно. В общем, если что, пишите в комментариях, может, поиграем в какую-нибудь игру с вами на стриме, я там либо запищу. Либо в Sand-off, либо в PUBG. Не, ну, кстати, в PUBG я давно не играл, можно поиграть в PUBG, да, кстати. Парни, если хотите увидеть фул, то заходите в ТГ, там я выложу этот ролик. Так, ну вот, парни, я обменял. Вот вы думаете, обычная коробочка, а вот нет. Опа, хука. И вот у нас такая добротная штукенция лежит. Сейчас я отсюда стану и покажу. Так, первый у нас идет Smoke Nord 2. Нормально работает. Не знаю, не заливал жижу, да и нету, нужно купить. Вот, так что не особо сильно проверял, как спарик. Но затянулся, конечно, пахивает обманом, что у него хороший спарик. Так, Jelly Box Nano без испарика, кстати. Ну, он работает, конечно. Блин, не достается вообще. Так, сейчас я достану.
мне пришлось зафиксировать телефон. Он без испарика, но он работает, все с ним нормально. Стандарт светился. Сейчас еще попробуем, проверим. Интересно. Так, вот у нас второй пудик от Jellybox Nano, без испарика, но все равно нормально работает. Вот у нас нет испарика, но вот вы хотите проверить. Не, вот человек показал такую интересную штукенцию. Вот у нас есть контактики, у нас есть тут железяк. Мы берем, подставляем, нажимаем. Опа. Сейчас, секундочку. Запах него неплохой. Я ненавижу. Но проверить можно. Запомните, кому нужно, конечно. Ой, фу. Завоняло противно. Так. Следующий наш червон бабу. Этот картридж без съемного испара. Такой типа одноразовый. А второй съемный. Вот. В этом тоже плохой испарик, в этом вообще просто там такой гарик лютейший, это я просто боюсь даже. Ну, в принципе, это все можно будет продать, я найду, конечно, кому, как-то вот так. Парни, как ролик выйдет на моем канале, уже будет итог розыгрыша в телеграм-канале на 500 рублей, и ух ты, ё-моё, это, конечно, потек. В общем, и я думаю, что они раскрыть бы мне бы на 1000 подписчиков в моем ТГ на 1000 рублей. Вот, я хочу выбрать, сколько будет победителей и на сколько рублей. Там, думаю, будут варианты 5 на 200, там 4 на 250, ну и еще какие-нибудь варианты. Вот, так что, если вы проявите активность под этим роликом, подпишитесь на мой канал, просмотрите прошлый ролик, потому что это очень хорошая инструкция, как лучше перебрать подик, чтобы человека заинтересовать, то, возможно, я подумаю и сделаю такой интересный розыгрыш. Также я хочу с каким-нибудь ютубером по перепродажам сделать коллабу. Когда это будет и через сколько, я не знаю, но у меня уже есть один человек, мы с ним списались, возможно, скоро договоримся, и будет такая интересная штукенция. Я вроде такого не видел еще, и будет очень интересно это реализовать. Вот и конец ролика. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, не знаю, какие-нибудь новые темы. Понравился ли вам ролик, чего вы хотите от меня еще. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь там проходят розыгрыши, и я там общаюсь с другими своими подписчиками. Всем удачи и всем пока-пока.